Ну, по бафам, что там, что-то бафли паладины. Потом кулаки раздал, я смотрю. Я прото буду давать. Ну нафиг она десит деца есть. Ну там паладин баф и каст. Я дам прото десит. Пускай кто-то из них бафает, не хочу баф. Ну ладно, туда войд. Прото, молодец, кулак. Так, кто и каски, и калькан, опять. Играйте по мелкому трэшу, скелета не трогайте. Там один БДК танчи, дайте на пул на него. Можете слугу трона сбить, чтобы он вред не кастовал. Вроде здесь можно пока приступов дать. Я подверг его душу ужасным мучениям. Он так долго сопротивлялся, но вскоре он склонится перед своим королем. Никогда не буду служить тебе. Так это, как там его, и кэфли, так с этим, с вареньком меняйся, МК. Да, да, конечно. Я чуть что утешение делаю. Давайте танки наверх врывайтесь, отворачивайте мобов. Жаль, через пауков сыграть. Давай тереть за стеночкой, прячьтесь там, ДК пробую большего сарить. Ну или так, давайте за стенку прячемся, через пауков играйте. Ну типа больших не сарить, вот пауку есть через текстуры. Я пойду чай быстренько купить. Давайте все вправо играйте, БДК на правом, влево пока не трогайте. Селфиш, подходи, уже сейчас ребро будет. Я тут сейчас, я... Чего, уже у ребра? Сейчас, еще одна минута. Поставьте шкаф потом. Пишите в РК, на какой спех кто ролит, куда и потом получает. Так, берите, вот столик поставил. Если есть твоего кого-то, можете поставить.
Кто умеет ставить рыбу, могу дать. У меня есть, сейчас поставлю. Сейчас поставлю, поставил. Впереди рыба. Так, тыкните носом. Да, фибрилляция хилом. Иду на одну минуту. Угу. Давайте, тут можно фулл бафы давать. Абсорб? Это поглощение, да? Угу. УДЦ. Да, да. Пахните роги, рогу. Касочку, приступ баф, лапы. Вахтулговые бафы каски. Каску еще на пороге. Каску по всем даже по пристам. Молодец, по шаманам куланды. Ты чё, Энх? Нет. Давайте чекать пол. Вторую ауру на лёд поменяйте. Так, подождите, не будете хогом, а шулечка, где вы там подходите? И там кто-то уже войско вызвал. Секунду. Так, Машулечка тут, хо, а тут? Подожди, пожалуйста. А, да-да-да, что-то сказал. Скажу. Что-то Машулечка готова? Сейчас мало закончится по второму кругу китайцу. Там Машулечка тут. Мне кажется, она не слышит, когда ее зовут. Подожди, нет, я слышу, я все, я здесь. Марина! Меня что, не слышно? Слышно. Только не Марина, блин. Мария. Давайте, все готовы, заходим за линию на пул на БДК, начинаем. Надеюсь, под жопу, только под морду не лезьте. И в лужах не стойте. Давайте, танки, разбегайтесь. РД, милики в центре, РД по ребру, милики по шипам, отбегаем от ребра, отбегаем. Серебро на вас бежит, вы от него сразу отбегайте. Играйте по шипам, милики. Дорнер, два гимна хп. Все присты гимна на хп. Вот это лагает, сорян. Флам Бориса и Филипца. Выходите в служб, выходите. Играйте по шипам. Захилил, захил, хилься. Селфиш, не умирай. Давайте, смотрите, там собираемся под жопой, там по лужам особо не бегайте. Давайте, РД сыграли сзади шипы. Давайте под жопу и под морду не... Ну, под жопу стойтесь, но под морду не стойте.
Давайте, убивайте уже. Ну, блядь, че вы под морду лезете? Так мы сзади. Да не очень-то вы сзади. Ну он, смотри, я вас, Филипп, где стою. К тебе почти. Нет, просто протопал далеко от МТ. Причем тут протопал? Ну потому что они становятся вторыми по этот по близкости к боссу. Отбегайте от ребра. Добивайте его. Ну по мне проходит костерет. Нарезайте павших. Кипцу нахила на мой спек, надо кому-то? На успех. Сапоги за 30 тысяч. Алды надо кому-то? На майнспек в чате писали. На майнспек надо кому-то? У меня там кого-нибудь лагает? Есть такая тема? Чуть-чуть канал. Да. Подганивай, да? Ну вот когда при пуле было. Он на вихре пошел. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что нами... Не, ну там кто-то писал, по-моему, за 30 тысяч ролит их покупает. Если нету, 1К. А, видел. Тоже. Сегодня вроде бы. Или вчера. Да он каждый день флудит. Давайте все тут хилы, тут танки, начинайте. Сильно бафы не давайте, нам сейчас кто-то опять сдохнет. Ну давай, ДК спекайся в БДК, 2 БДК слева, протопал справа, трэш выходит, трэш сливаем, там право-лево не буду назначать, смотрим, трэш вышел, играем все, короче. Несколько там, 3 друг да, контролем, магии, нову кидаем, присты, фиры кидаем. Моли. Ну, вары можно раздвинуть и тоже фиры кинуть. Что-то цену магии снимать. У тебя там кошмар есть хотя бы? Вообще нету там кошмар, тебе можно в банке есть. И этот Морвинд на боссе, а Хризифилокс на трэш. Ну давайте так, да. Первый на пол будет на Войда идти, хорошо на него на пульте, да, Хризиф танк спекайся, на трэше будешь на второй фазе. Поставь ДД-3, не Войд. Да, и ДД-кольца можно, там тебя захилят. Первый на пол на Войда, второй на БДК. БДК там не врывайся сразу, пусть будет поймает агро. Когда переводим, сразу в леди стопаем ДД, чтобы не умирали. То пусть агро набивает, там печать порчишь, поставь, не забудь. Чешки нету? Колбы тебе просто вообще ничего не дает. Ну, можешь кольца на Д поставить, нормально будет тоже. Там зов поставить, если есть. Давайте чек на пул. Маф тьмы снимать. Ну, давайте, все готовы, начинаем. Там Войд, БДК справа, протовар слева, там с левой стороны. И смотрите, агро не сорвите. Это место станет вашей могилой. Я ближнего леди. Так, справа агро, смотрите внимательно. Там мобы взрываются, милики, отойдите. Диспельте проклятие.
Кто танк справа? Смотрим, контролем. Хризи, иди справа, стой. Контролем игроков. Хризи, иди справа, танчи. Да не трогайте, моба, играйте впереди, потом мы сольем. Уже добили, добили, молодцы. Давайте, вышел трэш, играем по трэшу, будем еще стопать. Смотрим, контролем, готовимся. Так, особо около добейте там. Контрольте игроков. Вара законтрольте, кота законтрольте, подлети. Хиры дали, молодцы. Давайте играем по трэшу, последний трэш. Смотрим, контроль сейчас будет, готовимся. Войт, иди на босса. Давайте 7% переводим босса. Контрольте игроков, контрольте. Все, стоп, ДД по леди. Войт лови, короче, на Войда напуливаем, все в трэш играем. А то сольете агро, сдохнете. Те два моба тоже их сливаем, короче. Капли сливайте. Фога, реса и актуаглы. Давайте все в трэш играем. Так, смотрим, духи в центре. Пошли в РД зону. Давайте, играем по леди. Другой, в другую сторону с этой серии, амба. Все, на БДК напуливаем теперь. Так, духи с правой стороны, один-то еще один не вижу. Контролем игроков. Играем по трэшу. Так, кто там Эндриа, Гареса, я буду да быстрее. Так, смотрите, короче, на воде теперь игра ни хера не будет. На ком будет агро, тут убегаете. Духи в центре, аккуратно, вот леди в мире зону пошли. Дайте по воду каску, кулак, там бафните. Пристабаф. ВВ, включи фрост-стойку, танчик, короче, там тебя не убьет, если шо. Духи сзади на пяти стали, аккуратно, контрольте игроков. Дефламба там, в медведя, на ком-то магро. Играйте под трэшу, духи в РД зону пошли. Играйте по трэшу. На БДК напуливайте. Духи в мелизоне, аккуратно. Хильте ВВ, хорошо, он там танчит. Нормально все должно быть. Духи в мелизоне, отходим мелизона. Контрольте игроков. Так, законтрольте. Так, трэш не бьем, вар в контроле. Все нормально, сейчас трэш выйдет, вар иди лови. Отводи от духи. Отводи духи. Так, добивайте леди, короче, добивайте леди, там 5 миллионов осталось, ничего страшного, отдавайте бурсты. Духи отошли, мелизона, РДД. Смотрим, сейчас последний контроль будет, фиры там дайте, нормально все будет. Все, молодцы, резко текло-то. Кольцо на мейнспек надо кому-то. На успех. Если никому не надо, можешь надо кинуть. Кинь ролл. Кто ты? Ну, если она вообще никому не нужна. Кажется, сама танка на мой спек надо кому-то.
На автоспек. Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. 5 секунд, полет нормальный, да? Только не страшно. Берите там ранцы, садитесь, занимайте пушки, грейте. Там если ты что, запускайте без меня. Что-то там запускайте, если что, не ждите меня. Портанет все равно. Когда едете уже. Пушка правая. Алло. Правую пушку кто-то займите, там говорят, не занято. Мы будем биться со смертельным врагом. Лактарагар. Ортрон, взлетаем. Видите? Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Аркету делать нечего! Поиграйте пока трэш в нашем корабле. Ой, ты тут? Чё? Ты танч. Ты там войско ебаное, хули танчить. Перелетели. Летать последний мах, наверное. На сурке филиппец, что поэтому спекнешься. Да, хорошо.
башки там добивайте. Все тут сразу запускайте. Там фламба только улетела, они прилетели. Плащ на МСПК надо кому-то? Запустить кто-нибудь жук пока. Руки, шапка бесплатно, там надо кому-то нужен. Перчатки, если что, ходит, бесплатно. Перчатки тогда хуй, а да, шламба тебе кинул. Да вы стебетесь, а? Я ж попросил запустить, блин. Дайте помагам фулбаф, каску лапу, пристабаф. И рыбу поставьте, если у кого-то есть. Сейчас поставлю. Мы затопим. Рыбу покушайте, набирайте жизнь между собой, чтобы энергия на боссе не так быстро копилась. Давайте, если мы бадаем, короче, смотрю, кто трэш не бил, даю ГП там по соточке, или кто мало бил. А если ты кот или рога? И ну, можно не... Можно не бить. Благодарю. Но ГП ты все равно получишь. А, ну, ебаный в рот, да. Ладно. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик! Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Во имя короля меча! Лок, по-моему, твой пэт не бьет, короче. А, вот появился баф. Давайте 2 секунды трэш, готовьтесь трэш бить. Давайте все в трэш. Земля
Давайте последний трэш. И все в него играете. Что, мне все залагало, или мне кажется? Меч на майнспек надо кому-то? На успех. Так, защитник роль героический. Как подобает. Воин-охотник шаман. А чё вот, получается, в описании священный щит написано 500, и он больше абсорбит, да? Да. Ну ты кому-то обычный защитник. Я думаю, чё я ретриков в PvP не могу убить, блядь, они как пидоры с этим щитом бегают. Ну, у меня сейчас показывает то, что он 5к абсорбит. У тебя больше, наверное. 17. Даже не наверное, он у тебя больше по-любому, но... Там написано что-то по 2900. Паня в ДЦ? Да, 17.4 забой тебя на абсорбил. Да, да. Ну просто... Ну там... Блядь. Там просто не столько прок, когда на халионе он профит, а ты когда шок кидаешь, у тебя... прокает эта фигня на мгновенной касс вспышки. На перебежке вспышку кидаешь, плюс этой херни... Вспышка, она отхилка, котка тикает еще дополнительно. Отойдите подальше, ну, удобно. Кто кидает? Протопал, что ли? Не-не, хапал. Но все нормально. Ты кидаешь шок небес на БДК, ну или там на кого-то кидаешь. И у тебя может этот талант прокнуть, не помню, или от Т9, или от талантов обычных. Талант. И у тебя когда на БДК кидаешь, то ход, ну, что там? Маленькую волну исцеления, короче, не помню, как она называется. И она, флешка. Как... Да, флешку. И она, короче, как флешка потом висит. Это где? В поле Павла? Войд, короче, да. Прочитай, что на священном щите написано. Там все написано. Флешка, да, так будет священного проще. Щита прокает. Там прям написано на священном щите. Так. Сколько там, кстати, общий? 320 уроль. Да, 320. Вероятность критического эффекта заклинания вспышки света на 50%. То есть, блядь. То есть, может, он упал кританул, или чё? А, и... В конце читай, что написано. Ну, кроме того, что она кританёт, она вот сама по себе отхилится, и плюс еще ходку повысит на процент от хила, от хила, что он написано. Пропал. Вспышка света восстанавливает союзникам, на которых наложено заклинание священный щит, дополнительно 50% здоровья в течение 12 секунд. Так это прилив света, это ж талант. Ну, она халюня хорошая штука на перебежках, особенно если прокает, то нормально хилится. Ну, так что бежишь, бежишь, хоп, ходкой. А какого 100% здоровья, это чего она восстанавливает? Это чьего здоровья 100%? Ну, сколько она прокнула. Прокнет на 5000 восстановит, на 10, на 10 тысяч. То есть сколько отхилила, столько в виде ходки прокнет? Да. На 50%. Там колечко не упало. Нормально. Сейчас может что-то новое смучить тебе. Дайте станы, маги новую, сливайте массами это все. А что, масса не диспелится тут? Следили? Диспелится, просто у тебя промахи. Да, вроде попал, но промаха не было. Ты с моим рассеиванием промазал.
Давай, БДК введи, там мелкий трэш, если сможешь. Там ДК, смотри, сейчас собака какая-то прибежит, агри, ее потом сюда приведешь, чтобы не ждать лишний раз. Посмотри сам, или правая, или левая, какая-то мелкий трэш собьем. Ну, левая, агри, все тут стоим. Заспел. Филипца следим. Найди себе под собаку. Тут на правой стороне ловушку активируйте, я на левую сбегаю. Там ленточка. Короче, ленточку. Там с рука падла, я забыл. Ага, сынок. Меч. А. О, у меня есть это. Кто там второй? Там 8. Или дали. Или дали туда. Нет, там замк по 80. Селфиш 81, или дали 79, МГА 72, или дали. ВВ 98. А у него есть. Замк по 80 стрельнул, я ему да. Маги, можете собирать все хапки? Рейнджу, сука, тут 3 ШП, 1 охотник, 4 Элем 5. Так, сова 6, протопал 7. Ну и 2 мага, 8-9. Что-то миллиарей такой-то. Там демон под боссом стоит, что потом выйдешь. Дайте фулбафы. Ваня, я прослушал, а маг второй на РНЖ играет или где? Да, тоже на РНЖ. Когда будут трубы вливаться, перебегать не стойте вместе по 10 человек, чтобы не кидалась рыгатня на вас. Там каску просят обновить, демон на эс, чек на пул. Машулечка. Кунду тотем иду. Только кто будет под боссом стоять, стойте четко под боссом в том красном кружочке. Скажешь, когда будешь готова. Да, все. Давайте, все готовы, ДК начинай. Какие-то 4 мага там встали в одну точку. Два мага только. Да, два мага. Копии, Миш, что ли? Это же иллюзии. Может, копии? Я в курсе. Отличные новости!
глупости, народ! Слизь снова потекла! Липучка-вонючка! Отличные новости, народ! Я починил трубы... Слава, готовься, 5 секунд, и будет большой в центре. Заберешь его. Диско? Подлагало вообще жестко. Большой в центре забирай. Ханта захил, диспельте его быстрее, если не захиливаете. Кто там в луже, бегает, не бегайте. Пробежать надо, маг. Блин, шву забыл перейти. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Я так понимаю, этот Менский и Айкенфлай этот по кругу бегает, да? Больше. Да не, ну не то, что блинкуемся. Больше в центре забирай. Слава, забирай большой урон. Так, сейчас скажу, будет взрыв, надо будет с центра выбежать. Давайте, готовьте, готовьте. Все, выбежали с центра. Выбежали, взрыв на резоне, вышли. Ну, дайте гимна на хп присты быстрее, гимна. Ух ты, никто не сдох, нихера себе. Сакрамо. Ну, добивайте его. Все, молодцы, коптери, сните. Стою, думаю, чего, блин, чешку не могу прожать. ШП шмоть. Чай на толкады кому-то на мой спик. No спик. Так, хулиприз ДЦ на мой спик, надо кому-то. No спик. Грудь на хапала на мой спик, надо кому-то. Ой. No спик, надо кому-то. Поставь шкаф, пожалуйста, быстрее будет. Давайте споры сносимся в двух шаманах два раза, там третий раз сами бегите, кому надо. И дайте, пожалуйста, маги столик, наконец-то. Так был же перед ребром. О, что-то забыл, не увидел. Да, о, спасибо. Да не надо, я все дали. Все. Можно. Да, так, по пристам там дайте бафа, падал. Чек на пул. А какой тут рейндж, ребята? 8 метров. Давайте, все готовы, ДК начинай. Давайте споры там два раза ловите, третий раз сами бегите, если сдохнуть не хотите. Кто там Дорнер, беги. Что-то не 8. Я стал на рейдже.
Это ладно, хилов не зарягайте, там от хилов отойдите. Особенно двух шаманов. Привет, давайте. Никого не видел. Привет, сейчас споры поймайте, второй раз больше избегаться не надо. Че, слота нету? Не, фул пока. Капля кончилась, хильте сильнее моровин, да сейчас. Рано отдал на зимности. Ладно, так, короче, к РСК подойду. Угу. Кал, когда скажу каплю, мне дашь, есть капля у тебя? Да. Давай сейчас. Ты можешь сноситься уже. Там на выдохе сакру дашь, знаешь же. Вот тебе и два эршамы. Хильте войда теперь. Что-то кому-то надо, бесплатно отдам. Осколок. Не бывает. Только газа. Я его даже чувствую. Смотрите там пока по бафам, чего не хватает, там просите. Где каска есть, просто бафы, все есть, по времени гляньте. Там, кстати, тотем на природу как-то ставит. Да. Что, сейчас мы вот туда риснем. Так, где-то жук забагался. Ну ладно, хрен с ним. Так, Дорнер, дай гимн на ману. Хуёво, что забагался. Ну, дай. Дай гимн на ману. На фоге жук висит. Почему-то на ветке, на деревьях всегда жуки летят на. Они древоточцы, древоточцы какие-то, наверное, блядь. Так, фога, дай машулечки, инер трусам. Кидал так, уже. Мы... так, дай Андряга, дай еще инер. Давайте, профа, подходите, хрен с ним, ничего вот, страшного. Вот он, жук, я нашел.
Подходите, Крох. Сейчас, подождите, еще ведь. Да забейте вы на него, подходите, давайте. Так убили уже. Ну, все равно бой висит. Хуёво. Еще подходите. Я не могу попить. А, так там... У меня 1% маны. Зажми ручку. Есть с гимном банан. Ну пошли просто спустимся вниз, блять, убьем жука. Там слово. На тебе жук. Вот, мы выйдем. Слово минус бой. Это все, бой закончился. Давайте, подходите. Чек на фул. Селфиш, бурсты оставляйте на переходке, отдавайте. Дайте им по 5 сови. Давайте, запустили. Пей куклу быстрее. Молодцы, что запустили. Сова была. Я спалил. Ну, сука. Тимур, передавайте, слушай, уходим. Веди под зеленую колбу. Давайте хилы, РД в центр, становимся. Почему передавай? Стопайте. Давайте стопаем по профу, ждем зеленого, не бейте профа Милихи, 3%. Играйте в зеленого. Все, в РДД зону Милихи, не подходите, в РДД зону, добивайте на расстоянии. Кайлу уже быстрее переводим. Сразу бейте красного, зеленый к столу. Пусты свои. На зеленого сбегаться только когда выберется, и когда вас откинет, вы от него отбегаете на центр. Давайте играем по дебафам. Красный, беги, на ком красный? К зеленому сбежались. Сбежали от зеленого, смотрим, на кого будет бежать, потом сбежимся. Сбежались. Добивайте зеленого. Давайте в профа. Сейчас будет красный. Оставляю колбы под профом и на расстоянии между профом, между столом и зеленым. Два набора будет. Давайте, Милики, профа ковыряйте, РД красного будем играть. Давайте РД по красному. Что, шмот не сменил? Не, пока печеньки ловлю. Ну, что-то РД, вливайте речь, сейчас будет ретаргет уже. Так, давайте хилы РД в центре. Смотрим, сейчас будет пельмени, потом будет зеленый. На пельмени. А, зеленый. Смотрим, сейчас пельмени будет, аккуратно к столу побежим. Все, к столу отбежали. Смотрим, сбегаемся. Отбегаемся. Чего передаем, не забываем. Играем по профу. Слава, пей как-то рещи. Так, стопанули по профу, никто не бьет профа. Все отошли от него, ждем красного. Выбери цель, все будем бить и милики, и РДД. Все, после выбора и милики тоже переключайтесь. Допивая лужи уже, не оставляй ничего. Все, переводим профа. Пей ту, которую пьешь, и которая возле стола ближняя. Под красным не пей уже. Колбы милики, аккуратно. Так, смотрим, под дебафом красный бьем красных.
одной комнате. Давайте рост. Да, добивают эту лужу быстрее. Зеленые сбежались. Сбежались зеленые. Потом зеленые отбегаем на центр. Дайте гимн на хп, присты. Сбежались зеленые. Красные летали. Смотрим. Дайте бопа красному. Добейте красного. Все, добили, играем по профу. Давайте нормально все играем. Пельмени. На пути профа не стойте, чтобы лужи не кинулись. Тут так места мало. Веди за колбы. За колбы веди, там кто танчит. Веди за лужи, веди, веди. Вот тут стоим, стоим тут пока. Вот сейчас будет колба, аккуратно. Там дивана ничего давать не надо. Так, добьем. Как? Ну как я попал? Там 4 стака. Нормально. Там только 2 стака. Перед кем там 2 стака только было. Бесплатно надо кому-то. Защитник. Ханта, да, второй защитник? Да, надо. О, еще кинь ролл, а я вару дам, там один за рейд. Синамейн. Ну, один в смысле. Интересно. Да, я дал уже меч. Так, завиватель, защитник обычно, надо кому-то. Зачем? Продадите, если шо. Ты шо, о чем вы? Обычные токены? В обычке, блядь, за обычные токены дерутся, а тут никому не нужны. Где-то там трейдер скидал, там 5 голды, может кому-то надо на починку будет. Цепи, цепи. Играйте там по-большому, потом остальные будете сливать. Ну, престы пощадьте наверх, тут тайм их снизу поставьте. Сверху, ну, ладно. Чтоб тебе сабнали. Сейчас дадут, давайте вниз спускаемся. Блять, всех сварил, молодец. Играйте через советника, поставил печеньку. Точечно, дайте на пулы, дайте по войду. Хильте его хорошо. Давайте по тактику, у него хп меньше. Играйте по тем, у кого хп меньше, тех и бейте. Хильте Вайда, а то сейчас умрет. Нефиг колбы брать. Ну, может, вторую кучу так же сам попробовать сагрить.
Дайте опять же на пулы по печеньке точечно играйте. О, Саладари, молодец. БДК лови, дайте войско. Хильте БДК, протопана, хильте всех, хильте. Бейте печеньку точечно. Там кто-то что-то хочет спросить, пропадаешь. Играй такого хп меньше. Лучше напиши. Давайте, через печеньку играйте, только сюда подойдите, боссов не спульте. Кикельте войдем на нем стаки. Да. Так, ну давайте сидут там по паладинам, дайте баф, он падал вроде. Да, так, кому там еще? Исламба, дайте бафы. На одного босса хватит, сейчас быстренько сльем их. Так, Талдорама на БДК напуливаем, БДК на двоих, Кирисет на одном, там плава. Можешь свет не собирать, я скажу, когда прожиматься. Паладины капли тоже готовьте, там ДЦ зубы готовь, нормально все будет. Сейчас просто скрюхи убьет. Не, я тебе скажу, просто когда там клык отдать, когда там слезку и нормально все будет, а там капли остальное зарешают. Шесты ханты на сферках, чек на пул. Машулечка. И 5 секунд ману допил. Ну, давайте, все готовы, можно начинать. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Только на вихре раньше играйте, чтобы вас не убило. Воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Наксадан был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Воронару свершить отмщение. Прольется кровь. Так, смотрим, сейчас будет вихрь, готовьтесь разбегаться. Бежим. Сфера. Сейчас, наверное, будет еще один вихрь. Сменим цели. Или не будет. Не будет. Знаете, Талдорам объем. Вихрь в центре. Блин, сферка падает. Пойдем потом даже ГП пристанли ханта. Ну это бред, потом. А ханта бьет, но он один бьет. Так, смотрим шарика, стоит или даль беги. Над головой салат. Я не достану. Давайте смены, кирисеты там все бейте, вары тоже. Слава, я там скажу, прожиматься. Отдавай срезку. Христом Богом прошу, не бейте черный шаг.
Да играйте там все по нему. Давай срезку прожал, короче. Ничего не прожимал, еще шире есть. Ну, прожимай теперь, прожимай. Я так, тебе сейчас зубы прожимай. Кто-то проверишь. Скрыть прожимай. Я про кинетик. ДЦ, давай зубы. Отдал. Карик, давай капну. Молодец, кинь каплю. А, все, там можно кидать. Уничтожители черных сфер, блядь. Все, молодцы, чистите трэш, катушку рольте. На мой спек. Забирай себе. А у меня есть. Подожди, подожди, я не ролю. У меня этот, к Лифену привязан. Так, турнир не ролит, да? Да-да-да. Нет, Фога. Фога не писал, что ли, надо? Фога писал. Фоге надо, да? Да-да-да. Ты счастливый, что ли? Да-да-да, счастливый. У меня же написано в задании. А тут какой бой ворвется, блин. Шо, Слава? Сверки нету, чтобы вырываться. Ну, давайте кто-то все законтролили. Советника бейте, Рослава. Тут мелкий трэш на пульте на протопала или на БДК, на кого хотите. На Филипса напулил. Красавчик. Вот, спасибо. Бейте, у кого меньше КП, там командира меньше КП вроде. Что, и стенок появляется? Откуда тут еще тактик взялся? Они появляются из стены, если чего такая. Да, есть. Я же контролил одного. И второго кто-то контролил. Молодцы, весь рейтинг ушел на это, короче, а мы тут бьем его, да? Ладно, только там не умрите. Ну что, а, там два хила есть, нормально. Бегу. На решетку можно ставить, мобы на вас агриться не будут. Они боятся решетки. Они думают, что там будет и боятся. Надо, чтобы танки встали на решетку, тогда мобы по рейду пойдут. Сейчас давайте мы на хилу. Хилы ману отопит, будем начинать. Ваня, обнови МК, пожалуйста. Угу. Так, ну вроде никто не падал, давайте чек на пул. Давайте, все готовы, танки на позицию. Танки, начинайте. В центре хилы только стойте, там наберите ренжу, право-лево. В
Слава, можешь печать света включить, чтобы хилиться. Ну, а кто вы избегаете с фактом? Ну-ну-ну, кто там конченый стоит? Лысый пенек, беги. Я на себе не вижу орехов и шамановских. А, вот вижу. Давай забагивайся, не видно на фандаме. Ау, беги. Да я какой про эту хуйню прожал бабу. Как беги. Аккуратно, милики там разлили лужу криво. Выйдите с нее. Мелики, слушай, блять, там, ну ладно, сейчас звездка будет, там чуть дальше станьте на рейнджу, должен доставать фрейма. А на следующую цель антифир киньте, С. Дорнер сам по себе кинешь, короче. Да, давайте от центра, от хилов подходим. На рейнджу все. Начинаем представление. Мы, конечно, стали красавцы. Спите с пактом. Ну, давайте рост шаманы. Давайте, взлетки больше не будет, только наберите рейнджу между собой, чтобы вас не поубивало. Сейчас может убить. Если пенек там где-то в луже умираешь. Хер его знает, где ты убираешь. Беги. Все, молодцы. Нарезайте павших. Палку бесплатно. Вон фланги отдай мне. Здесь говно какое-то. Нарольте защитник, там варшаман. Кто там ППР вышел, тому отдам. Не надо больше тебе токен.